смотрится с ним. Ай, как им катается. О, что-то еле катится. Что-то лук скользит, да? Да, что-то толкнило. О, приехал. Кто это приехал? Вот, привет, камни, привет. Да. Камни мы привезли. Давай строим сегодня, камни, да? Как у них есть. Саша, сыро. Поедем. Сыро, да? Тут сыроем. Привет, мои хорошие, мои друзья. С вами канал Артмания. Димочка у нас сегодня рисует. Ну, не просто рисует, поскольку у него с карандашами проблемы. Не получается никак. Фломастеры он пытается сломать. То есть карандаши он плохо нажимает. Фломастеры сильно нажимает, они ломаются. Тогда я ему купила вот такой вот наборчик. Вот здесь вот, вот написано, что мягенький. Как он, грифель, да, мягкий. Здесь 6 цветов. Стоило на 20 рублей. Восковые карандаши. В детстве у меня тоже такие были. Ну, у нас у всех. И сейчас посмотрим, как Дима ими будет рисовать. А что лучше, Дима? А что лучше, Дима? Да. Вот так вот они выглядят. Довольно, ну, маленькие, конечно. Бумажечка тут отрывается. Да. Рисуй. Может, ими? Ну как? Рисуются они, Дим. Вот ты каши мало ешь, наверное. У тебя не получается, поэтому. Даже ручкой у тебя не получается рисовать. Вот все рисую. Ну, хотя мягкий, но не знаю. Мне кажется, в моем детстве были гораздо они мягче. Сильнее нажимай просто. Сильнее нажимай. Вот видишь, ты каши мало ешь. У тебя даже ручка рисовать не получается. Вот, смотри, у тебя уже лучше. Хоть можно нажимать сколько угодно. А бывают, кстати, восковые мелки масляные. Вот они вообще такие жесткие. Один раз случайно купила. Не знала, что они такие. Думала, просто они качеством лучше. Так и не смогла ими рисовать. В итоге продала обратно. Спустя много лет. С большим трудом. Ну, рисуй давай, рисуй. Что там Дима пытается точки ставить? Давай попробуем тебе дадим. Красненькие. У тебя. Ну, желтый, конечно, да. Ну, а красный попробуй. Хорошо, что взяла одну пачку. И что? Пишет он тебя, еле-еле пишет. Еле-еле. Пишет. Ну, вот, все, у мамы все пишет. Что ты? Только убегают они почему-то. Какая-то. Нет, ты одной ручкой держи. Давай это мы заберем. Правой ручкой рисуй. Во, смотри, у тебя левая сильнее, что ли? Сильнее. Нет, надо правой еще стараться делать. Сильнее. Здесь у нас такой текст, но Дима уже нарисовал здесь дом. Покажи, где у тебя дом? А, вот я вижу. Крыша, да? А где квадратик сам? Тут. И тут крыша вроде, да? Где? Где-то он был еще. Тут. Да? Круг его попросила. О, вот у него круг спасибо. Идет. Овал, да? Овал. Дерево, ты где-то дерево. А, вот дерево. Дерево, да. Палочка. Вот. Палочка. Теперь мы синий будем пробовать. Синий. Давай. Синий. Давай с той стороны. Тут не видно ничего. Синий.
Сильнее нажимай. Сильнее. Вот, смотри, как получается у тебя хорошо. Нарисуй квадрат. Квадрат нарисуй. Ты дерево рисуешь, что ли? Квадрат. Вот. Квадрат. Это там ведро прям получилось. Вот такой вот микс у Димы. Здесь банан и все-все такое. Режу грейпфрукт. Еще вот так вот. Смотрите, насколько он маленький. Блин, он такой же, как мандарин, это вообще. И тут почти по сантиметру вот корочки. Вообще офигеть, он вот малюсенький, прям маленький. Это вот муж, я попросила, купи нормальные грейпфрукты. Принес маленькие. Никогда не покупайте маленькие грейпфрукты, они внутри будут еще меньше. Покупайте большие.